Итак, всем здрасте. Сейчас мы наблюдаем за этим задротом. Таких очень много среди нас. Таких неуверенных, несчастных. Он типичный задрот, и ему ничего в этой жизни не светит. Да, задрот? Это вы мне? Да, тебе, задрот. А ты бы хотел заполучить любую тёлочку? Ну да, хочет, ну да, хочу. Я так и думал. Тогда тебе нужно пройти курсы молодого самца. Ты готов? Курс молодого самца? Я спрашиваю, ты готов? Я готов попробовать, да. Итак, ребята, сделаем из него толкового парня. Ну ладно. Всем привет, с вами Альберто Пуччини, и сегодня мы захватим всех тёлочек. Бяу! Здравствуй, самец. Если ты неудачник, твоя жизнь дерьмо, и все девушки проходят мимо, словно ты невидимка, ты попал туда, куда нужно. Если ты хочешь любую тёлочку, вот такую вот, если ты хочешь заполучить любую курочку, цыпочку, фисташечку, пышечку, бомбиту в конце концов, меня зовут Альберто. Альберто Пуччини. Я буду называть тебя просто Камыш. И как бы тёлочки пока что тебе не подходят, но всё изменится. Самое первое, с чего нужно начать. Нужно поверить в себя. Нужно, так сказать, знаешь, ну, знать себе цену. Цену знать надо. И не надо вот так вот разговаривать, вот так вот. Надо разговаривать вот так, как будто ты уже стал детским. Как нужно вообще лицезреть тёлочь? Анализируй. У тебя глаз должен быть словно детект. Словно... И сразу видишь, да? Как она смеётся, если она смеётся вот так вот. Свои не поймут, если ты с ней придёшь. Да и если коня убьют, в принципе, только тогда её смех нельзя будет отличить. Ты смотришь на неё, а она на тебя, и у неё взгляд косится в другую сторону. Это не значит, что она на тебя не хочет смотреть. Это значит, что она буха. Не хочет с тобой встречаться, тогда нужно показать ей опасный номер. Ты берёшь гитару, такой... Детка, я тебя хочу. Так сильно. Детка, я хочу тебя так сильно обнять. Хочу тебе кинуть палку. Нет. Какая палка? Поцелуй воздушный. Короче, слушай. Это все туфта, понял? Надо быть красавчиком. Мама должна тебе была с детства утверждать об этом и говорить. Ты говно, ты некрасивый. Вот, и когда тебе всю жизнь говорят, что ты говно... О, тогда ты подходишь к зеркалу и говоришь: блин, ты не говно, ты красавчик. Ну вот хоть кто-то тебя должен красавчиком называть. Ты выходишь на улицу и понимаешь, что все эти тёлочки твои, они готовы стать в очередь, потому что ты... Альберто Пуччини. Нет, в смысле ты... Камыш пока что, камыш, да. Вот ты должен её прямо вот улыбаться, и вот и взгляд... Орла, вот улыбка, взгляд орла, совокупность, это просто, это супер бомба. Вот ты вот так вот делаешь, и взгляд. И вот тогда все должно в натуре получиться, да? По-своему делает, да, тебя не слушает. Ты должен на нее посмотреть злобно, вот. А девушки любят плохих парней, и ты должен как бы сделать вот так, типа...
Она, конечно, может подумать, да, что тебе надо в туалет, но и скажи, что все нормально, ты просто меня раздражаешь, мне не нравится, как ты себя ведешь. В конце концов, да? Если у тебя все получится, то ты в натуре молодец, вот ты красавчик, да? А если у тебя ничего не получилось, то ты говно, бля, сколько тебе раз объяснять, как ты должен быть нормальным парнем, нормальным. Посмотри в зеркало, скажи, ты красавчик. Если тебя зовут там Коля, Вася, Петя, там Ваня, Дима, Серёжа, убери это имя. Ты должен быть Альберто, там, Насри. Вот, Альберто Насри. Или там, Геннадий Роналдиньо. Если ты побьёшь мой рекорд 50 тёлочек за один день, то у тебя будет официальный Вася статус. Писюкатный злодей. Ты будешь слышать вот этот звук, вот этот. Это значит, что пора охотиться на тёлочек. Вот если ты спишь, да, ты такой. И тут этот звук, понял? Вот только тёлочку увидел, да, сразу всё, короче, вот так зачесался, да. Вот так. Угу, вот так. Ключевой момент. Как должен душиться настоящий альфа-самец? Вот это... Это... Это ерунда. Так не надо делать. Это... Перебор, это уже надо, блядь, высокий очень уровень. Вот. Если у тебя нет духов, ты можешь взять освежитель воздуха, а если у тебя нет его, то ты можешь его одолжить у какого-то соседа. А я не думаю, что все соседи такие камыши, как ты, да? Все в жизни будет у тебя неплохо, хорошо. То ты в натуре можешь стать альфа-самцом и можешь позвонить по горячему номеру или написать мне ВКонтакте в техподдержку. Если у тебя какая-то проблема с тёлочками возникла всё-таки после моих курсов. Хотя это просто нереально, это невозможно. И с вами был Альберто Пучини. Подписывайтесь на этот канал, и будут новые курсы по захвату тёлочек. Ведь мы, парни, мы должны захватить мир, должны захватить всех тёлочек. Тёлочки должны быть наши. Подписывайтесь, улыбайтесь, захватывайте тёлочек. А мне пора.